Красноярске составлен рейтинг управляющих компаний-должников. Туда вошли 15 организаций. По словам специалистов, это управляющие компании, которые задолжали ресурсоснабжающим организациям за тепло и воду. Лидерами в топе стали компания-заказчик ЖКУ, их долг более 144 миллионов рублей. Следом идет ООО «Компания по управлению жилищным фондом Юстас». Они должны более 50 миллионов рублей. Также в список попало и муниципальное предприятие Красноярска, дирекция специализированного жилищного фонда с долгом более 7 миллионов рублей. Ресурсоснабжающая организация читали, что сейчас долг в крае за поставленное тепло составляет более 2 миллиардов рублей.